Всем привет, дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления вкусных и ароматных аргентинских креветок в чесночно-сливочном соусе. Рецепт приготовления смотрите далее. Желаю вам приятного просмотра! И начну этот рецепт с приготовления масла для креветок. Значит, беру я сливочное масло 200 грамм, добавляю сюда 10 грамм укропа нарезанного уже заранее. Кстати, масло я тоже уже нарезал на мелкие кубики. Оно у меня постояло при комнатной температуре и довольно стало мягким. Добавляю сюда чайную ложку приправы для рыбы. 3 чайной ложки красного острого перца. 3 чайной ложки черного молотого перца. Чайную ложку без горки соли. Вливаю сюда 3 столовые ложки лимонного сока, свежевыжатого. И на мелкой терке натираю 4 зубчика чеснока. И все теперь эти ингредиенты смешиваю в однородную массу. Можете делать это как руками, так и можете взять, к примеру, вилку или ложку. Замешанное масло теперь скатываю в маленькие шарики и распределяю на тарелки. Количество шариков должно соответствовать количеству креветок. То есть они должны быть совсем небольшие. Накатанные сливочные шарики я убираю в холодильник, пока буду разбираться с креветками. Теперь беру креветки. У меня они уже размороженные. Общей массой 800 грамм. Мне нужно их очистить от панциря и от кишков. Для этого я беру креветку, она уже без головы, и разрезаю сверху ножницами панцирь. Удаляю панцирь с лапками. Хвостик оставляю. И вот этот вот кишок, который посередине, тоже нужно его удалить. Если его оставить, то вкус креветок будет очень плохим. Их можно потом вымыть, если вам трудно будет удалять таким образом. И поступаю также со всеми креветками. С чисткой креветок я наконец-то закончил. И теперь буду их выкладывать на противень, который я уже застелил фольгой. Фольгу обязательно нужно смазать, чтобы потом не отлеплять креветки с трудом. Смазывать я буду растительным маслом. И равномерно все креветки распределяю на фольге. Вкладываю так, чтобы все поместились. Стараюсь сложить их именно разрезом вверх. После того, как я разложил все креветки, я теперь буду раскладывать сливочное масло, которое я убирал в холодильник. Буду ложить поверх разреза. Распределяю примерно посередине креветки. Масло хорошо лепится, формуется, так что можно сделать длинную колбаску и ложить поверх креветки.
И распределив масло на всех креветках, я теперь их отправляю запекаться в духовку на 15 минут при 180 градусах. И по истечении времени мои креветки готовы. Можно выкладывать их сразу на блюдо и подавать. Креветки я выложил красиво на блюдо и полил сверху растопившимся маслом из противня. Теперь можно их подавать к столу. Удобно их, конечно же, есть, брав в руки за хвостики, которые я оставил. Пробуйте теперь и вы приготовить также эти вкусные, ароматные аргентинские креветки в сливочно-чесночном соусе. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте под видео нажимать палец вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Желаю вам всего доброго!